Друзья, всем привет! Сегодня хочется буквально нюансик по контролю шеи на боковом удержании. О чем речь? Вот, нет, туда головой к камере. Смотрите, вот удержание. Мы сейчас не говорим ни про работу левой руки, мы говорим про ту руку, которая держит голову. Смотрите, просто нюансики. Опытные ребята могут не смотреть, потому что опытные сами все делают классно и все хорошо. Это касается новичков, когда люди начинают там первые соревнования, и они вышли на держание, и от них уходят, потому что они просто неправильно держат. И карьера, соответственно, у меня многих спортивная не так взлетает хорошо. Как часто дети делают, или подростки, хватает вот таким образом вот здесь, вот. И фактически голова не контролирует у человека. Отсюда человек очень легко может мастить, подбирается, да. И вот, и голову убить. Да-да-да, смотри, аккуратно. Да. Уходит. Почему? Вот так нельзя. Голова не контролируется. Следующее. Делают хорошо, но делают костью шеи уже. Здесь он тоже может меня, в принципе, наклонить сюда. Почему? Потому что гири все вот так поднимают, включается целиком бицепс. Вот так, когда поднимаешь, ну есть особенность работы, но не включается весь бицепс, рука слабая. И вот когда я кости вот так держу, вот так, то я ему голову сильно не подниму, он меня головой отожмет. Поэтому давим вот на это место, на мозжечок, вот сюда фактически, вот сюда. О. Вот этой частью рука не здесь. Мы говорим сейчас о работе бицепса. А рука где-то в плечо упирается. И рука подпирает вот основание черепа. Вот отсюда сейчас Андрею будет очень тяжеловато голову опустить, потому что у меня включается бицепс, и опоры для головы он не найдет. Если я чуть только ниже опускаю, голова, опора, я полетел. Если я держу вот здесь, вот так же, вот так вот держу, партнер тоже уйдет, потому что он спину держит, он ко мне прилип и полетел. Вот этим местом, вот это, а локоть упирается немножко в плечо, вот таким образом. И вот сейчас, смотри, просто я одной рукой держу, просто поуходить, да. Вот, голова выключена. Да, можно, конечно, в некоторых видах борьбы, где взять замочек, да, взять замочек и оторвать, ну, задушить диафрагмально, голову хорошо отключить, больно, да. Но речь о том, когда нельзя этого делать, вот так лучше контролируй. Вот не так, а вот так. В общем-то, в этом весе и вся соль. Вот так держать вот основание черепа большой площадью. Вот такой вот. И получается хороший контроль, и включается бицепс. Как только я делаю косточкой, неприятно, да, неприятно, но я меньше контролирую. Шея тоже сильная, и спина. И он отработает мою руку. Вот так, с упором. Плечо, бицепс, и очень тяжело ему отработать. Ложь кулака открыть вверх, да, вот так? Да, вот так. О, то есть, да. Вот, вот очень тяжело. Как только, сильно напрячь, как только я убираю вот так вот, вот, он просачивается головой и находит опору для моста. Вот здесь, даже если он будет прижимать, отжимать мой вот, бицепс не прорабатывать, опору он не найдет, не найдет. И поэтому мостиком он не уйдет. А для того, чтобы он спину не забрал у меня, ну вот, тут держим, соответственно, вот этой рукой, как положено. И мы сделаем удержание. Вот это буквально просто совсем такая тонкость для тех, кто на это внимание обращал. Держит вот так шею, и у них уходят соперники. Делайте вот так, будет более надежное удержание. Ну, попробуйте. Если что-нибудь так, говорите. Спасибо, Андрей. Спасибо.